Всем привет, это Foodstorm и я Антон Романов. Сегодня готовим куриный лолипопс. Это хрустящая курочка на косточке. Прикольно выглядит и на вкус бомба. Таких можно наделать впрок и заморозить, если вдруг придут гости, у вас оп, уже все готово. Нам понадобятся куриные крылья, яйца, хлебная панировка. У меня панировка панка, но можно использовать и простые хлебные сухари. Мука и молоко. Погнали! Для начала подготовим куриные крылья перед панировкой. Воспользуемся бумажным полотенцем, чтобы не скользили руки. Берем крыло, держим пальцы на концах второй и третьей фаланг и выламываем суставы между ними. Когда вылезет косточка, упираем крыло в доску и протыкаем косточку второй фаланги через кожу. Теперь точно так же берем между первой и второй фалангами. Придерживая пальцами одной руки на конце второй фаланги, выламываем другой рукой именно на суставе кость из сустава. Вам может показаться, что это очень сложно, но как только вы это сделаете один раз правильно, потом уже все пойдет как по маслу. Не говорю, что получится с первого раза, но когда получится, вы почувствуете огромное удовлетворение. Разрезаем фаланги. У второй фаланги две косточки, ту, что поменьше, выламываем. Другую кость оставляем и смещаем мясо на край так, чтобы получился лолипоп. То же самое делаем с другой фалангой. Тупой стороной ножа можно счистить остатки мяса, чтобы косточка была гладкой. Всю эту прелесть маринуем. Оливковое масло, молотый перец, соль. Перемешиваем. Разбиваем яйца в миску. Перемешиваем и заливаем молоком. У нас отдельно стоит мука, молоко с яйцами и панировка панка. Сначала помещаем лолипоп в муку. Затем в молочный микс. Затем в сухари. Затем еще раз в молочный микс. И снова в сухари. Это называется двойная панировка, и она нужна, чтобы корочка была толще. Панируем все лолипопсы. Кстати, можно прижать панировку к мясу, она получится плотнее и не будет разваливаться. Разогреваем масло для фритюра до 170 градусов. Если у вас на плите 10 делений, это примерно 7-8 деление. Это идеальная температура. Когда мы закидываем курицу в фритюр, температура немного опустится и панировка не будет гореть. Ждем появления красивой золотистой корочки и вытаскиваем. Доготавливать в любом случае будем в духовке, так можно заготовить сразу огромное количество курицы и, когда гости пришли, просто отправить ее в духовку на несколько минут. Посмотрите на них, ну они просто няшки. Теперь они залетают в разогретую до 160 градусов духовку на 15 минут. Если вы их заготовили давно, то оставьте на 20 минут, чтобы быть уверенными в их готовности. Достаем из духовки и перекладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. И вот, малышки готовы. Ну разве это не прелесть? К ним можно подавать просто обычный кетчуп или чесночный майонез. Офигенная закуска. Дети от нее в восторге, собственно, как и взрослые мужики. Реагируют аналогично, особенно если в холодильнике есть пивчанский. На этом все. Надеюсь, вам понравилось. Еще раз напоминаю, что выламывать кости нелегко, поэтому наберитесь терпения, и у вас обязательно все получится. Это был Foodstorm и я, Антон Романов. Пока!